Наш робот сделан точной его копией. Он такой же вредный, как и в фильме, невероятно. То есть, и выполняет голосовые команды. Но он очень редко соглашается их делать. Я сейчас вам попробую продемонстрировать. Понимает команды только на английском языке и только с американским акцентом. То есть, он сделал прям точной копией того, что в фильме. «Звездные войны»? Да. Здесь у нас представлены масочки, и меч. С ним можно пофотографироваться, сфотографировать ребенка. Будешь одевать маску? Какую? Белую? Да, отлично. Меди три. Световой меч. Держи, видишь, ты не видишь ничего. Ты что, не видишь?